Привет! Вы на канале Влади Гном. Влад, махай привет. А что у нашего сегодня Владика? К нему пришел почтальон и принес посылки. Посылки с Китая, с Алиэкспресс. Да, сколько их? Давай считать. 1, 2, 3, 4 посылки. Ну давай открывать. А то все ждут, что же в посылках. Давай, папе. Давайте, наверное, самый большой ящик сейчас откроем. Потому что он нам мешает. А, там Влад уже какую-то одну вскрывает. Ну, сейчас. Влад, давай будем смотреть, что в ящике. Вот так вот. Тут пусто. А это у нас конструктор. Конструктор. Покажем сейчас, какой конструктор. Это мы заказывали на подарок мальчику. Да, не Владику, другому мальчику. Вот такой вот конструктор. Тут можно сложить биониклов. Да. Владик еще маленький, там маленькие детальки, мы с ним не сможем такое сложить. Но мы еще подумаем, может, мы себе тоже закажем такой же и будем складывать, чтобы вы посмотрели, какие они крутые эти биониклы. Вот такие вот они. Крутые. Давай отложим пока. Влад, открывай. Показывай, что в следующей посылочке. Все ссылки мы оставим под видео. Вау, что это? Это, кажется, штатив под наш телефон. Да. И еще что-то. Да. Это что, шарики Арбиз? Да, Влад, покажи. Да, вот такие вот разноцветные шарики Арбиз. Мы их будем выращивать. И подставка под телефон. Ой, как их много там. Мы что, их так много заказали? Мака. Да, что-то Влад везде находит каких-то мишек. Да, Влад? Сейчас нам папа покажет, как выглядит наша подставочка. Вот такая вот подставочка под телефон. Классно, Влад? Владу понравилось. Теперь мы сможем снимать много-много видео. Да, конструктор, походу, Владу тоже понравился. Его нужно спасать от Влада. Да, открываем следующий. Да, подставочка классная. Мы избавим вас от дребезжания камеры. Влад, это на подарок. Мы же для мальчика оставим. Да. Мы, когда ему подарим, может быть, снимем видео, как он их собирает. Вы напишите в комментариях, вы хотите увидеть биониклов? Что это, Влад? А это, наверное, вышивка вот такая вот. Это мы бабушке подарок заказывали. На Новый год. У нас бабушка будет вышивать картину. Такую вот. Да, Влад? Это мы сейчас подарим бабушке. Пойдем. Да, Владу, походу, штатив понравился больше всего. Очень полезная и нужная вещь. Мы его очень долго ждали. Привет! Я штатив. Ой, Бубу. Влад, Влад, следующую посылку открывай. Ой, как тяжело. Папа, помогай. Там, кажется, много всего нам положили. А что же там? Не, это мы потом будем открывать. Владик, а что здесь? Боже, как-то же это все запаковано хорошо. У нас еще не Новый год, а у Влада куча подарков. Куча посылочек. Мы так обрадовались. Мам. Да. Ну, сейчас, я не могу, там папа он открывает. Вау, это что у нас? Да, щенячий патруль? Да, там, наверное, собачки. Со щенячьего патруля.
с ихними амулетами или брелками, или как они, значками. О, значками. Давай мы будем их рассматривать. Да. Гав-гав. Как его зовут? Мама знает только Маршала. Вы извините, конечно, но мама всех имен еще не знает. А у Влада они все ав-авы. Да. Они вот такие вот классные. У них еще все это двигается. Видите, как все? Тут у них вот, типа кнопки. Это все еще как-то двигается. О, Маршал. Вот это вот Маршал. А ну-ка покажи. Сейчас мы посмотрим, насколько он хорошо прорисован. Он такой весь классный. О, смотри. Оно так как-то складывается, потом где-то нажимается. Оно все выпрыгивает. Надо понять, где у него эта волшебная кнопка. Ну, неплохие собачки. Сейчас. Да, вот наши собачки. Еще. Влад, давай их всех будем показывать быстро. Да. Вот такая вот собачка. Мы еще будем делать отдельный обзор на этих собачек. Да, Владик? Мы поймем, как с ними играться. Влад выучит их имена, и мы вам все покажем. А пока говори пока-пока. А, еще папа говорит, еще один собачка. Вот еще последняя наша собачка, зелененький такой. Влад, говори пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и смотрите наши обзоры.